неизвестный хакер атаковал финансовые рынки. Пострадала большая четверка. И это лишь те банки, о которых нам известно. Чтобы его вычислить, нам нужен Хэтэуэй. Кто он такой? Киберпреступник, осужденный на 15 лет. Выпускник MIT. Выдающийся программист. Честный обмен. Я нахожу вам парня, вы снимаете с меня обвинения. Таковы условия. Тот хакер. Выдвигает какие-нибудь требования. Этот человек играет по-крупному. Жалость ему не свойственна. Он ищет новую цель. Чикаго, а теперь Китай. Это только начало. Смотри, пишет новый код. Но для чего? Главный удар еще впереди. Если он тебя раскроет, ты покойник. Уходи. Дело не в деньгах. И не в политике. Я могу выследить любого. Когда угодно. Где угодно. Кибер. Смотрите в кинотеатрах.